Боевики батальона «Айдар», принадлежащего олигарху Коломойскому, захватили хлебозавод в Луганской области. Он расположен на территории, подконтрольной киевским властям. Производство упало наполовину, а цены взлетели в несколько раз. Бойцы также не позволяют другим производителям завозить продукцию и не платят за электричество. Сообщается, что захватчики ведут себя не как военнослужащие, а как грабители и разбойники. В распоряжении карателей оказалась вся выручка предприятия, примерно 280 тысяч гривен, а также запасы муки и пшеницы. Киев пока никак не отреагировал на жалобы местных властей. Бойцы батальона «Айдар» дискредитируют украинских военных. Об этом заявил назначенный из Киева глава Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль. Как сообщает его пресс-служба, в адрес министра обороны, начальника генштаба, министра МВД и генпрокурора Украины направлено официальное обращение. Москаль требует принять решительные и жесткие меры в отношении тех, кто нарушает закон и действует абсолютно безнаказанно. Он называет айдаровцев вооруженными дебоширами, грабителями и разбойниками. По словам Москаля, бойцы фактически открыли второй фронт на мирных территориях.